Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Настоящая вельва! Никогда не думал, что увижу. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Смотри. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Смотри, тут еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь.
Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Остался один. Безопасней там. Фу, что за вонь? Давай! Это скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. У него мало! Thank you.
закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Вот. Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил.
А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи. А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер-дикья-тумбар-бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё бы. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну, что вы там нашли? Понял? Надеюсь, вы довольны. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место? Не сломай мне там ничего. Приемлемо. Приемлемо, Испи. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка. Ты в дерьмо наступил? Да, умеет твой папаша рубить. Ты, небось, тоже так выучишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, видишь мои товары? Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Стой! Мы снова здесь! Я даже не заметил.
Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — Сраная Благодарность. Эй, Сраная Благодарность, а ну иди сюда. А хорошо. Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Сюда. Я рядом. Эй, вы только поаккуратнее, а то ведь костей там не соберете. Сюда. Я не дам нам погибнуть. Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын.